Всем привет! Духовой шкаф от фирмы Bosch. Первый запуск. Сейчас мы будем по инструкции делать первый запуск. Нужно будет установить программу такую для очистки духового шкафа. Для устранения специфического запаха мы должны поставить программу 240 градусов, то есть, 250 градусов. И на час, да, выставить. В инструкции сказано, что нам нужно установить время. Мы время установили. Еще для устранения специфического запаха нам нужно духовку включить в течение часа на 240 градусов в режиме верхнего и нижнего жара. Что мы сейчас с вами и сделаем. Установить переключатель выбор функции на отметку верхний и нижний жар. Вот она функция верхний и нижний жар. Мы берем, устанавливаем вот эту штуку, закрываем духовой шкаф. Там начал работать, кстати, вентилятор, что ли. Прям такой воздух, прям подул. Слышите? Так, закрываем. И дальше установить регулятор температуры на отметку 240 градусов. Устанавливаем отметку 240 градусов. Право крути. Так, 210, 220, 230, 240. Где-то, наверное, вот так. Да? Температура не показывается. Ну, так поставим. Получается где-то 250. Так, ручки не утопаются. Что, мы будем его выставлять? Ручки не уходят, когда приготавливается пища. Ставим таймер на час. Таймер выставляем, получается, отключилось, да? Час 20, час. Ну, 50 поставь и окончание времени поставь ровно. Все. При первом включении был запах и дымок шел, как будто подожгли бумагу. Но сейчас вроде прошел. Я не знаю, можно духовку уже открывать, да? Вот, видите, можете, вам видно? Это пар или что это? Такое ощущение, как будто что-то плавится. Краска, может, закрой, пускай греется. Может, краска, может, просто то, что она была холодная и сейчас резко горячая. В общем, будем наблюдать. Да, вот индикатор, кстати, горит не здесь, а вот на вот этой панельке сверху. Духовка у нас закончила свое действие очистки, дезинфекции. Мы ее выключили, повернув на нулевую отметку здесь и здесь. И все. В принципе, вентилятор работает, вентилятор охлаждения сейчас идет. Здесь выходит не горячий воздух, а такой тепленький. Но когда при покупке я спрашивала, нагревается ли стекло, мне сказали, что не нагревается. На самом деле стекло нагревается. Но чем ниже стекло, тем меньше оно нагревается. А вот верхняя часть стекла такая, прям не дотронуться. Вот. Также и вот эти верхние части тоже. Здесь теплая. Здесь горячая, и там тоже я трогала, там тоже горячо, поэтому вот сверху не нагревается. А вот именно сзади и по бокам оно нагревается, но рука не терпит жара. Здесь, как я уже сказала, легкий такой ветерочек, тепленький, приятный, не обжигающий. При всей работе дует легкий, теплый ветерок. Так что
пока что я довольна духовкой Bosch, очень даже довольна и видом ее, и функциями. И будем с вами готовить. Я планирую запекать в ней торты, запекать в ней рулет свиной, окорочка. Буду вам все показывать обязательно. Всем пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте обязательно лайки.